Еще один пример, на который мы посмотрим, это пример с санками. Здесь, конечно, не очевидно, что это санки, но это санки. Вот, это санки, теперь это санки. Посмотрите, мы тянем санки, человек тянет санки за нитку под каким-то углом. Да? Под каким-то углом. Назовем его альфа. И мы хотим узнать, какие силы действуют на санки. Кстати, вот здесь мы не поговорили, но мы на уроке проходили, и я вам советую попробовать понять, как вот этот угол связан с этим углом. Да? Подсказка, они равны. Угол альфа, и это угол альфа. Посмотрите на подобные треугольники и поймите, почему это так. Так, вот здесь у нас есть угол альфа. Да, и у нас есть всякие разные силы. Начнем, как всегда, с силы гравитации. Сила гравитации смотрит вниз. Смотрит вниз. Что у нас еще есть? У нас есть сила реакции опоры. Это логично. Но давайте я пока еще не буду ее рисовать. Потому что у нас... интересные силы есть, которые действуют еще на наши санки. А именно, это сила натяжения нитки, которая тянет наши санки вот сюда. Нарисую ее зеленым. Вот она. Да? Теперь я эту силу разделю на две части. На часть, которая параллельна моей оси x. Кстати, моей оси x, вот они, и y. Это y, это x. Да? Я так выбрал, потому что мне так удобно. Это я назову силой натяжения. Тогда вот этот кусочек у меня будет сила натяжения по оси x. И она будет равна, сразу же смотрим, в красном запишу, вы не против, чтобы было видно. Она будет равна силе натяжения, умноженной на косинус альфа. Ее величина будет равна, но... давайте сейчас мы так сделаем. Следующая, какая у меня есть сила. Я спроецирую свою силу натяжения вот сюда. И найду еще один компонент силы натяжения. Это будет сила натяжения по оси Y. И это очень интересная сила. Да? Она равна силе натяжения, умноженной на синус альфа. И она будет как бы дополнять силу реакции опоры. Да, мы сейчас увидим, как это будет происходить. Мы сейчас запишем все силы, которые действуют на нашу... на наш, что это у нас есть такое? Да, на наши санки. И потом посмотрим, что будет происходить. Заметьте, что на обоих рисунках я не рисую силу трения. Да, я ее нарисую в конце для обоих рисунков, потому что мы не знаем, может быть, у нас идеальная поверхность и ничего не трется. Теперь добавим силу реакции опоры, которая смотрит вверх. Fn. Теперь запишем все силы, которые действуют на нашу систему. По оси Y. Начнем с оси Y. У нас есть минус сила гравитации. Вы помните, почему минус? Потому что она смотрит противоположной оси Y. Плюс Fn. Плюс сила натяжения по оси Y. В сумме они дают 0. Почему они дают 0? Потому что наша коробка ни вверх не взлетает, ни вниз не проваливается. Да? По оси Y она не двигается. По оси x что у нас происходит? У нас есть всего лишь одна сила пока что.
И она равна силе натяжения по оси x. Да? Все, у нас больше ничего нет. Поэтому мы знаем, что наша коробка будет двигаться в сторону вправо, вот сюда, в сторону, куда направлена ось x. Все. И если мы хотим на наши рисунки добавить силу трения, я ее нарисую таким темно-красным цветом, то мы просто добавляем вот в этом направлении сила трения. Она будет равна силе реакции опоры умножить на ми, и поэтому в данном случае, например, она будет равна чуть меньше в зависимости от угла, под которым вы поднимаете, но это уже задача, которую вам сами нужно решить. Да? То мы здесь добавим просто минус сила трения равна сколько-то какой-то силы, которая будет тащить санки вперед. Здесь силу трения добавляем. Вот она смотрит в этом направлении. Наверное, она не такая большая будет, да? Наверное, вот такая вот она будет. Вот она, сила трения. Да, и она противоположна силе, которая тащит санки, тащит нашу коробку по диагонали вниз вправо. Да, она не будет равна ей, коробка будет все-таки ехать вниз, но она будет стоять. Такие дела.